На прием депутата Национального собрания Республики Беларусь Игоря Колба пришли люди, которые захотели поделиться с ним лично своими проблемами. Держать связь с избирателями, не быть оторванным от их проблем и чаяний – важное поле деятельности депутата главного законодательного органа страны. Есть много других вопросов, которые именно от общения на местах с избирателями можно увидеть и постараться при внесении изменений в действующее законодательство эти вопросы где-то снимать. Потому что мы работаем для государства, на государство и для наших граждан. Игорь Михайлович – член постоянной комиссии парламента по образованию, культуре и науке. И для него, как педагога, особенно интересно все, что происходит в сфере образования города. С коллегами подчеркиваю именно то, что все новшества, которые и в области образования, то есть какие проблемы у них возникают, для того, чтобы быть в курсе этих проблем. От избирателей, те пробелы, которые, может быть, где-то в законодательстве, при обсуждении и так далее, есть вопросы, допустим, того же стажа, вот для военных не засчитывается служба в армии, страховой стаж, на это необходимо обратить внимание. Важная часть деятельности депутата высшего законодательного органа страны – работа на местах. Все, человек не может самостоятельно во всех сферах быть профессионалом. Поэтому здесь очень важна именно связь на местах, работа в округах. Игорь Михайлович считает, что необходимо выслушать и по возможности постараться помочь каждому, кто переступает порог общественной приемной депутата. Приходит с разными вопросами. Кому-то можно помочь. Реально, кому-то понимаю, что ты можешь только выслушать, и в рамках действующего законодательства помочь ничем не можешь. Это либо судебное уже разбирательство, только дается консультация. Основная обязанность депутата Национального собрания – законодательная деятельность в парламенте страны. Но чтобы оправдать доверие и чаяния людей, он не должен оставаться в стороне от реальной жизни, а быть ее непосредственным участником. Поэтому он всегда открыт для диалога с избирателями.